ця будівля, цей готель не є мрець. Вона продовжує жити в суспільній свідомості мешканців нашого міста. Її буттєвий статус є пограничний. Він нібито замер на півдорозі до свого здійснення. Это был идеалистский объект, который партия ставила для себя большую задачу сделать все-таки Днепропетровск известным городом, потому что здесь родился генеральный секретарь КПСС. Символ такой, знаете, вот его нужно еще расшифровать правильно. Я его помню с детства, я достаточно недалеко от этого места жила и много времени проводила рядом. Для меня это был какой-то символ чего-то эфемерного,